праздник к нам приходит. Цитата из полюбившейся многим рекламы в буквальном смысле передает всю ту атмосферу, которая царит в городе. В каждом зимнем дыхании уже начинает ощущаться долгожданный Новый год. Предвестником этого яркого события всегда становятся ярмарки и базары, традиционно проходящие по улице Гоголя. Новогодние украшения, елочные и детские игрушки, подарочные наборы и карнавальные костюмы. Широкий ассортимент белорусской и зарубежной продукции в буквальном смысле зашкаливает. Кстати, если пока времени на покупки сувенира нет, расстраиваться не стоит. До 31 декабря около сотни выездных торговых точек будут радовать берестейцев огромным перечнем товаров, среди которых главный атрибут торжества – новогодняя ель. Запланировано продать более 11 тысяч живых елок. Живые елки традиционно пользуются спросом, несмотря на то, что уже в городе очень много продается искусственных елок. Искусственные елки по цене от 250 тысяч до 1 300 000. Это как на предновогодней ярмарке, так можно купить и в отделах по продаже новогодних украшений. Цена живых елок будет зависеть от метража, то есть до метра будут продаваться по цене от 60 до 80 тысяч, от метра до двух, от 80 до 130 тысяч, и после двух метров от 130-110 тысяч и выше. С последних чисел ноября в 13 крупных магазинах города открытые работают отделы по продаже карнавальных костюмов, елочных украшений и искусственных елей. Это вариант для тех, кто предпочитает прохладно-морозной погоде, шопинг в приятной теплой обстановке. Лидеры продаж этой зимы – всевозможные овечки, символы наступающего года. Каждый покупатель из большого перечня товаров может выбрать то, что ему больше подходит по качеству и цене. Брестский центральный универмаг – это магазин с универсальным ассортиментом. Приближается Новый год, и мы рады предложить нашим покупателям огромный ассортимент хороших товаров. Это сувениры, новогодние елочные украшения, одежда для новогодних корпоративов для мужчин и женщин, стильная, красивая. Большое количество акций и скидок, огромное разнообразие товаров и услуг – все это уже доступно берестейскому потребителю. Однако не только подобным богат предновогодний список предложений. В преддверии Нового года и Рождества, а также в праздничные дни на некоторые своеобразные уступки пойдут и работники магазинов, кафе и ресторанов. С 19 декабря по 8 января будет увеличен режим работы объектов общественного питания, тех, которые приняли заказы на предновогодние вечера, до 2 часов ночи. И в ночь с 31 декабря на 1 января до 6 часов утра. До Нового года осталось не так много времени, и чтобы насладиться атмосферой предстоящего праздника в полной мере, подготовиться к новому этапу жизни нужно основательно. Ведь только приведя в порядок свои дела и мысли, можно смело шагнуть навстречу своему светлому будущему.